Возвращение к корням. В центре Екатеринбурга появилась яблоневая аллея имени Дмитрия Казанцева, основателя уральского садоводства. Саженцы с историей высадили недалеко от его усадьбы и сада у башни и сеть в будущем квартале Екатеринбург-Сити. Мы договорились о том, чтобы они берут саженцы нашей селекционной станции садоводства. Она свою деятельность начала из сада Казанцева. Все свои первые сорта, которые у них появились 80 лет назад, это те сорта, которые нашел Дмитрий Иванович Казанцев. И они свои первые работы проводили в саду Казанцева. У подножия самого северного небоскреба в мире пустили корни саженцы яблонь папира янтарная, уралец, ранетка пурпурная и первоуральская. Это коренные уральские сорта, выведенные селекционером Казанцевым. Ожидается, что все они будут весомо плодоносить. Яблоки могут достигать 300 граммов. Правда, первого урожая придется ждать еще 2-3 года. До тех пор уникальная аллея будет не только радовать глаз, но и напоминать об истории края. По задумке, деревца символизируют этапы развития уральского садоводства. И эту живую летопись строители башни и сеть бережно сохраняют. При возведении делового квартала не пострадало ни одно историческое здание. В целости остались и зеленые насаждения, которые помнят дореволюционные времена. Не разрушается ни один дом, сохраняется сад Казанцева. Более того, мы сейчас разрабатываем соглашение о каких-то взаимных наших условиях. И я думаю, что вот это сохранение может быть даже номер один во всем. А аллея, ну что, будет замечательная аллея.